Доброй ночи всем. Я записываю ночь на 1 августа. Каким пойдет время после кометы? Она сейчас отлетела. Наконец. Надеюсь, что она не вздумает повернуть обратно к Земле. Она уже достаточно далеко вышла из поля нашего влияния. Каким пойдет время до осеннего солнцестояния? Может, и до зимнего. Под какой карты. Обычно я это делаю на большие переломные моменты, но тут момент идет комета. Как мы переживем? Не весь мир, весь мир сразу мог сказать, будет плохо жить. Будут катастрофы и разрухи. Ну, посмотрим, как мы переживем, какая карта выпадет. Те, кто посмотрел, сама волнуюсь. Колесница, прямая колесница, да еще какая колесница. Это моя любимая колода для аркана смерти и для колесницы. Я вам опишу, знаете, вот вы не можете, там что-то изображено. Это сама леди смерть с фонарем жизни человека в руках. Это именно не силы смерти, это сама смерть, а сова указывает на жуткий холод полярный и на ход к гробницам великим смерти. Все живое вымерзает от холода. Леди смерть провожает туда чью-то жизнь. То есть эта колесница сама по себе значит победу, значит успех, означает прорыв. Для меня это всегда, прежде всего, конечно, бизнес. Еще. Но это и триумф победителя. Но это не такой бизнес, что вы сидите на диване, вам капают деньги. Нет, по колеснице это нужно что-то делать. Можете просто поехать в дорогу. Но главное значение именно на этой колоде, что какие-то ваши враги, они упокоятся. Они упокоятся. И еще вы можете попросить прямо через эту карту у леди смерти, чтобы она отдалила вашу смерть. После вы, конечно, сделаете ритуал к любому богу смерти. Продлите жизнь вам и вашим близким, кому-то одному. Вы можете попросить, и вы имеете право, и это основное, что она говорит, что вам время просить о продлении жизни, чтобы она этот фонарь оставила. Именно ваш, и это ваша самая главная победа, ваш главный успех, что вы должны свою жизнь защитить. Если вы уж абсолютно уверены, что у вас этого не может быть, но я бы этого не советовала, быть таким уверенным, такая самоуверенность очень, как это, наказуема силами. Судьба смеется, говорят. Мне одну историю рассказывали, одна сестре говорила второй: я тебя переживу, потому что ты болеешь, а я нет. Сгорела от рака крови. За месяц там буквально. А вторая, которая болела, осталась жить на много-много лет. Мне как раз эта выжившая сестра и рассказала. Так что я бы на такие вещи не дерзала. Ну, в общем, если вы, ну, вот 100% уверены, можете попросить похоронить вашего врага. Но в данном случае она вам предлагает за себя время тяжелое и за своих близких просить. А потом сделать ритуал. Для немагов вы можете просить, а потом просмотреть ритуалы. Но не один, а много. Чем больше, тем лучше, чтобы это сработало. А если там указан откуп, откуп дать. За какой-нибудь один. Не за все обязательно, но... Ну, вот такое она передает послание. Леди смерть. Это сама смерть. У нее или белые одежды, или черные. Белые – это... как бы вообще конец уже, не избавишься.
Черный у нее более мягкий наряд. Вот такое послание, что вам предлагают пережить все эти войны, все эти катастрофы. Ну и плюсом обычное значение колесницы, я его уже писала. Это триумф. Для кого-то триумф увидеть похороны врага. Это тоже триумф магический. Ну и просто. Кстати, очень многие люди носят цветы на кладбище, рыдают, а в общем-то они ходят на праздник своей победы. У них прямо на лицах это написано. Не надо карты вытаскивать. Может, ну, вот в таком. И еще это может, что не получится разрушить ваше благополучие кому-то. Кто пытается, вас сейчас разделит между этим человеком. Стена с мира смерти. Не обязательно, что он умрет, но вот эта стена такая непреодолимая, что вас это будет сила защищать до осеннего солнцестояния, и до этого времени вы должны сделать минимум 3 раза повторить, хотя бы посмотреть. Дар приносите 1 раз, ритуал делаете несколько раз. Выберите ритуал, который вам нравится, и сделайте 3 раза до осеннего солнцестояния к богам смерти, и на свою защиту, и на свою жизнь или своего близкого. Вот такой интересный пришел. Ну, в общем-то, да, что могло прийти после кометы и когда горит серпент. Самое зловещее, что есть. Кометы и серпенты, когда они вместе сошлись на небе, что же может быть хуже, и, естественно, речь идет о жизни, о самом-самом дорогом для нас. Ну вот все, так что советую вам исполнить эти рекомендации обязательно, и прощаюсь.